Очередной этап чемпионата Приморья по мотокроссу состоялся в Уссурийске. Гонщикам пришлось нелегко. Накануне прошли проливные дожди, и трассу смогли восстановить в последний момент. О гонке лидерах соревнования Павел Зайцев. Организаторам мотокросса в Уссурийске удалось восстановить виражи и трамплины только накануне гонки. Тренировочный процесс у хозяев трека был нарушен. Все силы ушли на высушивание трассы. Лил дождь, вода, трасса затопила. Потренировался только на премьер-ринге неделю назад. И все, потом отдыхал. Трассу подготовили очень хорошо. Пахали, боронили. Думал, будет сыро. Ну нет, даже вчера не поливали. Грунт хороший, пропитанный. Держак. Уссурийский мотогонщик Александр Артеменко всю жизнь мечтал, чтобы его день рождения совпал с днем гонки. И вот в 60 лет мечта сбылась. В юбилей Александр Михайлович в седле в уже давно родном классе ветеранов. В принципе, в последнее время я здесь чуть ли не жил, чтобы это все сделать. А начинали делать мы это в прошлом году. Тут вообще ничего не было. Просто вот, ну, заросли и... Ну, это просто мы даже не сделали фотографии почему-то, как вы не думали об этом. Ну, представить даже невозможно, что такое могло быть. Но никакие сложности не помешали уссурийским гонщикам стать лидерами. По итогу 6 этапов команда «Локомотива» ремонтного завода идет в авангарде. Большой вклад в результат вложили братья Глеб и Петр Шевченко, которые в профессионалах не пускают соперников на ступени пьедестала. Приморский край – это один из лучших мотоциклетных команд, наверное, нашего Дальнего Востока. Будем продвигать. На втором месте команда «Восток» из краевой столицы. И владивостокцы из «Промотор» замыкают тройку лидеров. Следующие этапы чемпионата Приморья по мотокроссу пройдут 22 и 23 сентября в Дальнегорске и Кавалерово. Павел Зайцев, Наталья Зайцева, «Панорама».